Я взорвал атомную электростанцию и наполнил город 10 стадиями ядерных монстров, от огромных радиоактивных тараканов до гигантских чудовищ размером с небоскреб. Моей целью будут 100 игроков, живущих в этом огромном городе, которых я, кстати, пригласил через свой телеграм-канал. А играли мы на моем сервере, обычный Dark RP. IP я оставлю в описании. Атомная электростанция была успешно подорвана, а основная часть игроков даже не представляет, что их ждет. И первой стадией, за которую я буду играть, будет радиоактивный таракан, мутировавший прямо в канализации. Я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу, я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу. Я стал тараканом, вау, а лалаешка бы обзавидовался. Теперь я, блин, таракан. Я мутировавший огромный таракан, я хочу плавать, я хочу жить. Куда меня понесло? Кажется, я иду наружу, на свободу. Ой, там что-то рвануло вдалеке. Я почувствовал себя живым. У меня есть крутая тараканья пушка. Смотрите, что могу. Тараканами стреляю, блин. На, эй. Я мутировавший таракан. Посмотрите на меня. Воу. Никогда не думал, что город настолько красивый. С моей канализацией это было плохо видно. Буду тараканить весь день. Ого, вижу людей. Надо поздороваться. Всем привет, ребят, я таракан. Я ваш друг, я тот, кто на кухне у вас лазит. Я тараканчик. Что это? Это сейчас что за дерьмо? Разберитесь с этим. Я таракан. Я мирный. Ай, суд. Обязательно сожгите труп этого и забетонируйте в свинцовом саркофаге. Играя за таракана, я и 5 минут не прожил. Людям никогда не понять, как тяжело живется тараканом. Следующая стадия будет намного опасней. Я стану одним из работников АЭС, который подвергся радиоактивному излучению. Я один из работников станции, меня зовут Джерри. Я вас слушаю. Здравствуйте, у нас тут вообще пипец, у нас тут все облучены. Тут умирают, с людей кожа слазит. Быстрее, можете прийти, пожалуйста? И мы не можем прийти, нам надо сообщить главе полиции, чтобы он помог с оцеплением периметра. Желаю вам всего хорошего, кусок щебня. Кусок щебня. Ё-моё! Что это такое? А вы Господи, какой я медленный! Моя медлительность — это моя главная слабость! Что ты сказал? Я посижу. Так, полиция, вышли отсюда, вышли отсюда, вышли. Это закрыт. Нас вызвали сюда, нас вызвали, нас вызвали сюда. Блин, слишком много людей вдалеке, а я не могу дойти, потому что я очень медленный. Я пытаюсь прыгать, как-то бегать, но из-за выстрелов я слишком сильно замедляюсь. Я хочу медленно. Медик, медик. Я настоящий мутант. В плохом смысле. О боже. Здравия желаю, глава полицейского отдела Нью-Йорка. А мне хотелось бы вам сообщить о том, что произошли непредвиденные обстоятельства на НАЭС, Нью-Йоркская атомная электростанция. Возможно, вы слышали, возможно, вы нет. Вам надо, чтобы вы взяли как можно больше полицейских и оцепили ее периметр. Я перебил кучу работников станции. Теперь ликвидаторы знают о серьезном загрязнении и будут преследовать меня во всех частях города. Но найдут ли они меня в канализации? Ибо я стану одной из черепашек-ниндзя. Учитель, из-за какого-то инцидента мы стали черепашками, мутировавшими.
Мне кажется, я помню, как я был маленькой черепашкой, которую слили в канализацию, и теперь я вырос. Учитель, как это произошло? Просто пока ты в туалете был, тебя говно тронуло, и ты стал черепашкой. Как и все вы. Это невозможно, это магия! Ничего себе! Человеки не такое могут. Это вода из бассейна в канализацию уходит. То есть ты хочешь сказать, то что если мы прямо сейчас спустимся в какой-нибудь из подобных люков, то мы сейчас что-нибудь найдем, по-твоему? Да, надо учитывать. Чисто научно это невозможно. Это мистика. Да ты еще такой умник вообще нашелся, а? Да, жареных гвоздей не хочешь? Жареных гвоздей нет, лучше пиццы с сыром. Ну кушать ты, пицца на полу лежит, ё-моё, вы что? Это не та пицца, которую я люблю, это с вкраплениями ананаса, господи, фу. Нам нужна нормальная пицца, ребят. Нам нужна на поверхность. Там мы и найдём пиццу, и, возможно, сразимся с какими-то уродами, типа Шреддера. Он, наверное, тоже мутировал. Все это из-за взрыва электростанции. Там только пицца с ананасами. Нет! Уверен, что там что-то там находится. Спускайтесь по очереди. А я знаю, где достать пиццу не с ананасами. Где? Учитель, где? Это надо найти вверх, пойти, потом там походить надо. Там будет такая огромная, пустая, стеклянная дом. И там будет пицца без ананасов. Я знаю, где это, ребят! Берем оружие! Ха! Ой, прости, Донателло! Господи, что это? Вы куда полезли? Ребята, кто это? А кто это? Ё-моё! Вы кто? Кажется, к нам гости! Ой, нет, это кажется от Бакстера Стукмана, они нашли нас, мы должны убежать! Фиксировать! Зафиксируй мамки своей! Дайте тишину! Они сбегают, огонь по ним! Получайте! Сгори в огне! Пицца! Моя пицца горит! О нет! Отрежь его катаной! Отрежь ему голову! Иди сюда! Помоги! Моя пицца с ананасами! Кто это такой? А это что за хрен? В халатах какие-то, типа умные или чё? Они типа умные, да? Чё, вы типа умные, да? Нет, мы не враждебные, стойте, подождите, не убивайте нас, мы не враждебные. Мы всего лишь ученые. Это вы создали пиццу с ананасами? Я слышал, это вы сделали. Отведите нас к стеклянному зданию, мы хотим получить нормальную пиццу. От этой радиации у меня зудит в заднице. Кажется, здесь выход, ребята. Давайте я не буду последним, я не хочу быть последним. Поверхность! Что, наконец-то! О, да, мы в городе! Где ученый? Вперед, давай сюда! Веди нас! Ведите к пицце! Отлично, где мы? Выглядит неплохо! Вот, стеклянное здание! Там стекло есть! Это улица! Ё-моё! Вот они! Что это? Погодите! Вот, смотрите, большое здание, американские флаги! Здесь, наверное, Америка! Где пицца? Где пицца? Дайте пиццу! Получайте! На! Сломать компьютер, получить пиццу! Сюда, ребята, сюда! А ты кто такой? Это ты главный за пиццу? Ты заведующий пиццы? Мэр, вы можете сказать, что у вас здесь? Ты пиццу с ананасами, это ты, что а? Здесь что здесь происходит? Может кто-то объяснить? Вы Пури, Квадробер или мутанты? Ты оскорбил нашего учителя! Ты назвал его Квадробером! Огонь по ним! А вот ты, кунг-фу падла, вот ты меня бесишь больше всего, тебя расстреляю из кара. Что вы наделали? Вы убили их! Мэр, скажите, нам разбираться абсолютно со всеми мутантами без выяснения, кто они и откуда? Конечно, они меня убили только что пытались, или что там, еще полиция, весь состав в своем участке. Черепашки-ниндзя так и не смогли найти пиццу. Уж слишком жесток мир на поверхности. Следующей стадией станет Коготь Смерти, один из сильнейших монстров из игры Fallout. Чувствую себя хреново. Но в целом норм. И когда же ты сдохнешь? Больно. Черт. Меня стреляют.
нами. Да не ори. На этой машине нет сигнала, это какой-то ужас. Кстати, есть вот. Что это там? Там, там, там! Выходим все из автомобиля. Блин, ты капец, они не убивают сразу. Сожгите труп! Сожгите труп, чтоб оно не воскресло! Сожгите труп! Коготь смерти умер буквально за минуту. Игроки к этому времени серьезно вооружились. Следующей стадией будет мутировавшее дерево. Я устрою настоящий кислотный апокалипсис. О, боже мой! Что за дерьмо? Что это? Что это? Это радиация. Что это? Что это? Здесь стало слишком токсично. Я восстал из радиоактивных отходов. Куда ты убегаешь? Я радиоактивный пень. Ну, скажи что-нибудь. Получай! Радиация заполонит этот город! Вот, машину вашу испорчу. Я король радиации! Все станет радиоактивным! Получайте! Почему? Откройте огонь уже! Почему вы все дохнете? Опять все делать самому! Что это? Твою мать! Привет! Он тебя убили, ты был самым нормальным здесь! Не тратьте на него патроны! Его не убить! Там огонь! Знаете, мне кажется, здесь не хватает кислотного дождя, ребят. От кислотного дождя аж завис сервер. Не этот апокалипсис я планировал. Следующей стадией станет вот это нечто, способное растягивать себя на большие расстояния. И я ударю им прямо в сердце полиции, в их полицейский участок. Я сделанный из дерьма организм. Так, тихо, тихо, тихо. Один за мной, один за мной, один за мной. На проверку. Я ненавижу полицию. Откройте дверь! Откройте дверь! Что это? Твою мать! Уйди отсюда, уйди! Дайте мне пройти, я хочу написать жалобу! Я хочу жалобу написать, ничего более! Можешь подождать? Записываю! Я хочу написать жалобу! Разве вы не понимаете? Я убью вас! Вы меня чуть не убили, зачем по месту? Валим, валим, валим. Все за мной, за мной! Все под контролем, я держу все под контролем. Я твой брат, я уголек тоже. Ты уголек? Ты уголек? А, меня херачат, куст, меня куст бьет! Получай! Ау! Свежий воздух. Я самый настоящий пироман. Ты не пироман, ты жалкий спецназовец, который будет убит. Посмотрите на небо. Мы ее прибили, слава богу. На небо посмотрите, мне кажется, пора эвакуировать гражданских из этой преисподней. Кажется, вам не кажется, что пора такую малость объявлять эвакуацию? Я, конечно, понимаю, я выгляжу как какой-нибудь рыцарь Братства Стали из Fallout, но хотя и бронированный, но я-то тоже не бессмертный. Я смертный, как и все вы. Надо выбираться отсюда, надо объявлять эвакуацию, сделать какой-то пункт или еще что-то. Как вообще планируете людей отсюда убирать? Конечно, конечно, вы полностью правы. Но, к сожалению, наши сотрудники, они уже уехали куда-то.
и загонять их обратно тяжко будет. Поэтому, мне кажется, надо продумать более четкий план по эвакуации. Я перебил почти весь полицейский участок. Теперь время заняться городом. И лучше всего это сделать в полете. Следующими монстрами станут гидролиски, способные летать и пуляться кислотой. Обстреливайте их кислотой! Обстреливайте их кислотой! Полетели! Полетели! Полетели, ребят! Мы сейчас будем уничтожать этот город! Получай! Получай! Что там летит? Что там летит? Это вертолет! Там оп, что-то летающее! Это не вертолет, надо это с этим дракон разбираться! Они приземлились в парке, идите разбирайтесь с ними, меня пока что... Полицейский, забили, давай, за мной! Мой. Не знаю, как тебя зовут, мой, но, мой наверное, ты справишься. О, нет! Внимание. Джек, Джек, нет! Я знаю, что это, что его зовут Джек, потому что на значке так написано. Умрите, умрите все! Получай! За Джека! За меня тоже! На! Давай за мной! Друг! Парень, давай за мной! Ой, ты... Дама! Да я не знаю, кто ты! Давай за мной, скорее! Поскольку монстры становятся прям неубиваемыми, я знаете, что сделаю? Отойдите. Я пойду и на дедовском кладбище откопаю секретное оружие. Ну что ж, мы ликвидаторы, и мы устраним всю нечисть в этом городе. Мы устраним ее, и не останется от нее куска мяса на куске мяса. Ты прям как... Хромосом у них в мозгу не останется. Большая часть людей после такой кислотной ядерной бомбардировки стала прятаться в разных частях города. И особенно много возле церкви. Это им не поможет против следующей стадии. Мутировавшего цветка лобстера. Идете в церковь, да? А нужно я к вам тоже. Разойдись! Мы переходим к хмерам! Очень крайним! Эвакуировать людей в АЭС — это самое, наверное, дебильное решение вообще в истории. Ликвидатор, сколько ты делаешь? Иди разбирайся с мутантами! Ликвидатор, идите с мутантами разбирайтесь! Васюх! Эта стадия оказалась уж очень эффективна, но следующая будет еще круче. Встречайте огромного мутировавшего червя, способного перемещаться под землей. Правительство, послушайте, разберется точными авиаударами со всем, что здесь летает. Авиаударом и ядерной боеголовки. Свою дверь! Это что? О, нет. Вы не скроетесь от меня! Я червяк! Червячело! Вы не попадете на электростанцию! Форт, форт, гайс, форт, форт! Вы прячетесь! Мерс! Давайте, давайте поиграем! Нет, спасите, пожалуйста!
не хочу умирать. Так, вон они все на электростанции. Я сейчас прям туда попробую упасть. Смотрите. Смотрите. Сейчас вы офигеете. Подводный червяк! Я не хочу умирать, пацаны! Из-за ветреной погоды и вообще других обстоятельств в виде летающих драконов и прочих непонятных вещей, вертолеты для эвакуации смогут приземлиться только на территории самой атомной электростанции. Там есть парковка, там есть большое пространство рядом с блоком. Безопаснее всего, как бы парадоксально это ни звучало, будет приземлиться это там. А вот вы что скажете, мэр? Какой вы стратегии вы бы придержались? Я бы придержался вашей стратегии. Большая часть игроков засела на разрушенной АЭС. Червю по воде туда было не добраться. Пришло время для финальной, самой сильной стадии. Лучше бы вы не взрывали эту электростанцию. Сейчас я уничтожу вас всех. Когда-то я был обычным персиком, но теперь я мутировал и смогу уничтожить все здесь. Я отомщу. Атомная электростанция будет уничтожена, идите его. Никто вообще ничего у вас не спасет. Вы все сдохнете. Радиация будет править этим городом. Вы все станете радиоактивными. Как я! Входимся в порту. Смотрите, я не знаю, как мы выходим! Что это? Нет, что происходит? Настало время с вами расправиться всеми. А он не может пролезть, посмотрите, ему мешает водный барьер! Он не может пройти, ему мешает водный барьер! Повторяю, всем на выход, на АЭС небезопасно! Уходим! Все, мы можем уходить, бежим! Все, станция уничтожена, осталось убить людей, оставшихся. Я слышу вертолет, да, вон там вертолет летит. Он не успеет всех спасти. Я сейчас убью вертолет. Получай, вертолетище. Опа, взорвал вертолет, найс. Минус вертолет, минус вертушка. Командование вооруженными силами соединения Штатов Америки приняло решение не эвакуировать данный регион, а провести массированный артобстрел по данным территориям. Это вам всем не поможет. Это было нечто, друзья. Сначала город был уничтожен атомной электростанцией, а теперь еще и ядерным взрывом. Обязательно пишите в комментариях, какими стадиями еще можно покошмарить игроков. Всем пока.